Внимание! Материал для зрителей старше 16 лет. Ты только послушай, Мяу! Белка! Мне не смеяет! Кто вообще эта девка? Белл только мой! Остынь, Гестия. Никого у него нет. Знаю я! Просто вырвалась. Нет! Ну хватит, не кричи так. Я люблю тебя, Белл! В подземелье я пойду, там красавицу найду. Эпизод 5. Гримуар. Вы в порядке, богиня? Богиня, что-то случилось? Ничего. Почему ты такой обманщик? Как бы, богиня, может, не вовремя, но когда у вас выходной? Выходной? А что? С недавних пор я неплохо зарабатываю в подземелье и хотел бы отплатить вам за вашу заботу. Поэтому, ну, может, вы согласитесь пойти со мной перекусить куда-нибудь? Свидание? Идем сегодня! Что? Хочу сегодня! Но... Хочу сегодня! Вам же плохо. Встречаемся вечером на площади Амур у юго-западного Майона! Свидание с Беллом! Свидание с Беллом! О, Гестия! Привет, Диметра! Давно не виделись! Они все такие же большие. А у самой-то куда больше моих? Впрочем, я удивлена. Ты ведь впервые посетила божественную баню. Я кое с кем встречаюсь вечером. Нужно подготовиться. Неужто? Встреча с парнем? И что, если да? О, боже мой, Гестия! Эй, девчата! У Гестии есть парень! У самой безнадежной на всех небесах! У грудастой Лоли! Кто он? Ну же, колись! Он член моей семьи. Человек. Блин, достали! Мне пора! Скажи, Гестия, что тебе в нем нравится? Все! Mm-hmm.
Белл! Прости, Белл. Долго ждешь? Нет, что ты, я сам только что пришел. О, это и есть тот самый парень Гести? Богиня? Милашка, поймала. Теперь мне. Прости, Гести. Нам было любопытно, и мы пошли следом. Пощадите! Ох, божечки, какой милашка! Гести убегает! Наконец-то мы оторвались, богиня. Боже ты мой, столько времени за этих богинь потеряли. Чёртовы голодные гиены. Теперь я совсем без сил. Ты меня на свидание пригласила в итоге. Зато было весело. И вот, смотрите, богиня. Правда красиво? Да. Богиня, давайте вернемся сюда когда-нибудь. В следующий раз с меня ужин. Буду ждать с нетерпением, Белл. Дай сюда. Ух ты. Вижу больше обычного, да? Но все еще мало. Благодаря кому, по-твоему, бесполезный помощник вроде тебя является членом семьи Сома? Благодаря вам, искатель. Раз понимаешь, тогда иди и работай, пока не помрешь. Видел, как полетело? Классно ты выбиваешь бабло. Какие же вы искатели, а? Ну да ладно. Осталось вернуть совсем немного. Я заплачу тот кинжал. Все благодаря тебе, Лили. Спасибо. Ну, точно. Странный. Эй, слыхала, Эйна? Еще один искатель из семьи Сома ругался с приемщиком предметов. Правда? Почему они всегда такие отчаянные? Без понятия. Они продают множество напитков, так что сомневаюсь, что они на мели. Вы в порядке, господин Белл? Спасибо, Лили, спасла. Таскатай его. Не за что. Кстати, Лили, это была магия? Нет, волшебное оружие. Волшебное? Воспользовалась им ради меня? Вот уж спасибо. Но я была рада помочь. Разве магия не удивительна? Держи. Угощаю. Большое спасибо. О, господин Белл, можно? Я завтра возьму выходной. Конечно, планы изменились. У моей семьи собрание, и я обязательно должна присутствовать.
Знаю, это нарушение контракта. Так что готова к наказанию. Боже упаси! Это, ты прости, Лили? Что не подумал о таком? Захочешь отгул, просто скажи. Все майки ру. Крупнейший интернет-магазин прикольных футболок в России и СНГ. Здесь вы можете найти футболки, толстовки, кружки, настенные часы, чехлы для телефонов, подушки, магниты и многое-многое другое. Создай свою футболку в крутом конструкторе на всемайки.ру. Специально для зрителей скидка 10% на все по промокоду ANCORD. Благодарю за еду. Сегодня у вас выходной? Да, решил передохнуть. А вы что делаете в выходные, Сир? Посмотрим. Читаю, наверное. Читаете? Все книги моей богини с виду очень сложные. Современная магия понятная даже гоблину. Заинтересовала? Один из посетителей оставил. А забрать не пришел. Берите, если хотите. А можно? Думаю, можно. Просто верните, когда дочитаете. И взяли? Магия, значит. Ладно. Так, есть два вида магии. Первая с рождения дается некоторым расам. Вторая, именуемая фарной, дается благословением богов. Последнее, можно сказать, это самовыражение. Чего ты желаешь, что примешь, что ненавидишь, желание, скорбь, поклонение, обет. Чего ты жаждешь? Твой палец всегда на курке. Что ж, начнем. Что для меня магия? Мощная сила. Оружие, способное победить мои слабости и сделать меня сильнее. Какой я представляю магию? Огнем. Сильным и жгучим. Алое пламя, совсем не подходящее такому, как я. Чего я жду от магии? Девушку, быструю, будто молния. Хочу поймать ее. И все? И, если возможно, хочу стать героем. Как в сказках, что читал в детстве. Героем, которым все гордятся. Как по-детски. Прости. Но такой уж я. Такой уж я! Белл! Белл! Ты чем занят? Богиня? Что? Значит, впервые прочел книгу и уснул? Похоже на то. Как мило. Богиня? Магия. Ты изучил магию? Что? Богиня? Огненный разряд. Даже не думала, что ты изучишь магию. Наверное, ты из этого навыка. Богиня? Магия! Магия! Я могу использовать магию! Белл, ты ведь знаешь, что для использования магии можно прочесть заклинание? Обычно, когда можешь использовать магию, заклинание отображается вместе с характеристиками, но у тебя там есть лишь надпись «Быстро поражающая магия». Ага. Полагаю, ты можешь колдовать без чтения заклинаний. В общем, попрактикуйся завтра в подземелье. Завтра? Не волнуйся, за один день магия никуда не денется. Простите, богиня.
Я хочу испытать ее сейчас. Прости меня, жареный картофель. Свежезапеченный тефест! Огненный разряд! Сработало. Ура! Огненный разряд! 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 Черт! Далековато я забрел. Нужно возвращаться. Вернувшись, удивим всех тем, что ты в одиночку победила босса. Похоже, без сознания. Использовал слишком много магии. Конджи. Ты знаешь его, Айс? Лично еще не общалась. Тот случай с Минотавром. Ясно. Так это ему досталось из-за нашей ошибки. Ривери, я хочу помочь ему. Хорошо. Тогда сделай это, и будете в расчете. Этого достаточно? Да. Я пойду вперед. Мама. Прости. Я не твоя мама. Это сон? Вовсе нет. Почему он вечно убегает? Я снова сбежал. Вот же дурень. Что стряслось, Белл? Кошмар приснился? Думаешь, из-за вчерашнего чтения? Гримуар? Да. Книга, раскрывающая скрытые в тебе способности к магии. Настоящая книга заклинаний. Где ты ее взял? Одолжил в таверне. Сказали, что ее забыли, и я могу взять. Ее кто-то забыл? Что-то не так, богиня? Послушай, Белл, дело в том, что, будучи прочтенным, гримуар теряет свою силу. Куда ты собрался, Белл? Извиниться и расплати. Невозможно. Ты хоть знаешь, сколько он стоит? Как часть высококлассного доспеха семьи Гефест. А то и дороже. Послушай, Белл, ты эту книгу не читал. Так всем и скажи. А с остальным я как-нибудь сама разберусь. Доверься мне. Нет уж, богиня. Пусти меня, Белл! Иногда в нижнем мире такое необходимо! Мир куда причудливее богов! Хватит уже всякими цитатами говорить! Простите, 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 простите! Натворила же вы дело, господин Белл! Госпожа Сир, почему вы притворяетесь, будто ни при чем? Неужто не сработало? Вы, конечно, милашка, но нет. Госпожа Мия? Забудь. Но ведь... Ты прочел ее и точка. Виноват забывший ее здесь. Но как же я... Я пошел в подземелье.
Где же оно? О! Вот оно, реверие! Нина Сама! Ну же, купи! Ведь можно, мам! Ты кого мамой назвала? Я пришла за предметами, а не выпивку тебе покупать. Госпожа Реверия! Ты же Эйна? Простите, госпожа Реверия, столь дорогое вино купили. Не с пустыми же руками уходить. К тому же, хоть тебе помогла. Ты обещала. Ответь на вопрос, Эйна. Помню я! Так, вроде вопрос о семье Сома? Да, именно. Но, в принципе, тамошние дети поклоняются не Соме, а вину. Господина Беллы еще нет? Лили еще не пришла? Вот она. Лили! Здоров. Ты же тот парень. Так ты с ней? Тогда должен кое-что узнать. И что же? Не пытайся обмануть. Лучше помоги мне. Поймаем ее вместе. Не смотри ты так. Ведь ты тоже за ее баблом пришел. Мы оба искатели. Давай объединимся и выбьем бабки из этой ослихи. Идет? Нет. Ни за что! Тупой малек. Господин Белл! Давно ты здесь, Лили? О чем вы говорили с тем искателем? Да так, ни о чем, просто поздоровались. Кстати, ты-то как? Вы чуть не подрались, ты в порядке? Да, ничего особенного. Идем. Похоже, пора прощаться. Продолжение следует. Перевод на русский Жека. Текст читали Джейд Гамлетка, Цезаревна и Анкор. Отдельное спасибо Фугу и Феликсу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidap.com. Релиз не для продажи. Далее. Лилирука Арде.